Так, всем добрый вечер. Пришла очередная посылка. Посылка заказывала вот такую вот приставочку. Сейчас будем открывать, смотреть. То есть шла она примерно месяц. То есть вот посылка запечатана, единственное, покоцанная. Вот она покоцанная. А так вроде все нормально, все запечатанное. Сейчас будем открывать. Упаковано в пленочку. Чуть-чуть подавили. Будем надеяться, что все нормально. Значит, инструкция. На английском, да, близко сам джойстик. Уф. Батареечки, без батареек, то есть он пришел без батареек. Сама коробка, ну тут в принципе в описании было написано, что батарейки не будут. Сама приставочка. Оп. Да. Сама приставочка. Маленькая. Компактненькая. Так, ну, визуально повреждений нету. Кнопочка. Давайте посмотрим, что внутри. Я просил, чтобы положили. А, все, адаптер нормальный. Адаптер. Пульт управления. Наверное, тоже без батареек. Да. Пульт управления. Кабель. Тюльпаны, кабель HDMI и инструкция. Инструкция тоже на английском. Ну, вроде все. Сейчас будем пробовать.